Но если говорить о собаке со мной, а собака с тобой не соревнуется, то нет. Собака должна быть. Если ты идешь, то живешь. Дима, надо. Я тебе свою личную с подписью дам. Дима. Рядом. Рядом. Yeah.
Что вы там выглядываете? Что вы там выглядываете? Это? Такой вид охоты запрещен. Вот она один раз в год тоже стреляет в глаз. Своя консультанта, да? Совет к нам не приехал. Не совет? Ну, знаешь же. Алексей Николаевич, что ли? Да. Ну, прекрасно знаю. Гад фашистский. А что такое? Так вот летом он должен был нам читать лекцию. Ага. Природу позвали. Приехал. Хороший специалист. Ты его попинаешь, хорошо с ним общаешься. Ну, и как? Я с ним как общаюсь? Я чисто это... Консультация иногда у него спрашиваю. Ну, хуже, как обычно. Поссать ему надо где-то. Гулять, наверное, сказали? Ну да. Все. Выполняет команду. Нет, у него самая главная задача – обоссать что-то. У него, хорошо смотрит. У него задача одна – обоссать деревья. ЗКС тоже? Нет. А что так? Природные качества не те. Ты что, собирай, я машина как раз? Нет. Я уставляю только тех, у кого это. Не мог... Это либо... Нет, я... Старейший участник, в 43-м году еще сдавала собак в армию, которые были санитарами, подрывниками танков, резинками. Валерий Сергеевич, участник диплом по программе соревнований. Третье место с очень высоким результатом, 97 баллов. Присуждается владельцу собаки породы ротвейлер по кличке Куч, Балдаева Светлана. Молодец! Магнитогорск. Спортсменке вручается за третье место диплом, учрежденный Центром спортивного собаководства. Второе место. С результатом 97 баллов, первая степень, присуждается владельцу бордер-колли по кличке Глен Ольге Дружининой. Ну, кто-нибудь на пьедестал? Мастер спорта Анна получит за Ольгу Дружинину диплом
учрежденный Центром спортивного собаководства Буба. 2010 года с результатом 98 баллов присуждается Якушевой Татьяне. Спортсменки вручают.